Меньше трети жизни своей я провел в Виннице. Вторую треть жизни я провел в Союзе. И третью треть жизни я провел в Югославии. Да, и моя жизнь делится вот на три категории. До армии, до Югославии и до чего дальше, я уже боюсь. Завершил три факультета. Правный, медицинский, как психотерапевт, гипнолог и позорично-фильмская режия. И овде я радим как профессиональный парапсихолог со фирмом, кое в делатности има ту сверху посла. Ако у питанию мое умение и знание в уметности, я представлю себя как позорично-фильмский глумец и редитель. Ако у питанию державни органи, кои починају мене зезати, как кажу срби, я представљам се као детектив-криминалист, да знаю, са ким имају посла. Я знам закони, мене тешко ухапцити на било чему, због того, што я са законом никад не свађам се. Никад не свађам се са државом. Све радим легально. Другче нече исплатитись. Ja uvek imam želju da u toku moje predstave, da ona ne izgleda kao zabava, jer želim da bi gledalci koji sede tu zalje makar nešto naučili. Hipnoza to je stara magijska tradicija koja postoji još od perioda šamanov i vođi plemena. Nažalost, puno metod магии изгублено, заборавлено. И сада у свету регистровано само 14 метод магии. Одна из них 14-та, то и моя метода, которая зафиксирована в психологическом вестнике международном, как метода гипноза Лавы Гершмана про 14. Цирку сводим от детинства. И бавился и пантомимом, полако жонглиранием, акробатиком. И покушал да упишемся в Киеву, в гимназию за циркус. Али због того, что я сам евреин, а украинцы не достаточно сбильные антисемиты, я то не смог. И после был фестиваль аматерских циркусов. Я там дошел с тачком, одним, с одной девойкой, финал. Когда я стоял овако у каталепсии, она меня взимала за главу и овако подигала као мотку. После полугодины мы одишли в Одессу на турне. Я там упал со 23 метра высины и поломился руки, кичма. Все полугодины был в гипсу као Христ. После на штакома 3-4 месяца. И лекари рекли, с такой травмой, кичмой, все то, нема шанса да родишь децу. Имам 4 деца, 3 внуков. We'll be right back.
Ну что, душа моя родная? Ай! Ай! Мама дома? Да. Аллочка дома? Дома. Чайник нагретый, тортик порезанный, бутерброды готовы. И здравствуй, мама! И здравствуй, мама! Люба моя, радость моя, как я тебе ждала. Как всегда. Садись. Какой год сегодня? Сегодня? Нет. Тебе 97. 7 будет в декабре. Нет. Вот будет. Нет, 16-го года. Я знаю. Так 97. 97. Я рекал тате, что жарим да идем в войско. Мене прийняли у комуністичку партію, що була огромна часть за мене і за мою майку, яка була комуніста. І као младий комуніст я був комсомольський секретар цілого пука. І мене позвали у штаб, і майор наш понудив мені да ідем да радим у московську кримінальну поліцію. Після 2,5 години у току акції я сам добив метак у чело. Значить, один метак чорак і другий метак. Значить, ако б перший одрадив, метак був би овде. Такий ліп чоловік головий Джакомо Кліостром. Скажеш мене. Джакомо Кліостром. Ліп мушкарець був. А ти? Па, ні, баш, много ліпший. І пам'ятні від мене. А, добре, ні. Є, та, істо був магістр. Істо був магістр магії. Він такий супіна магова. Да? Павичу. Молим. Що не помогеш? Как я отказался да допомогнем своей лепой жене. Как и на это. Что правимо? Радимо на что закон. Законетно. Ты смеешься. Вареньки, сальнишня, вода. Браво, ты у меня видовняк. У кой часть? Чего ты заслужил, Айчук? Заслужил? Ништо нарочито ні собу радіо. А є си Боже. Кой датум данас, Лавичу? Йо! Извини. Па данас годишнице, как смо упозналися. А, извини! Е, мой Лавичу. Вот ти опять сегодня не прийшла. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у дверей, пойдешь, положишь их на подоконник, я так замерзла, скажешь, обогрей, и мне протянешь зябкие ладони, я так замерзла, скажешь, обогрей. И мне протянешь зябкие ладони. Добрый день. Здравствуй, Игорь. Рад вас видеть, уважаемый Лёва. Как давно мы не виделись. Да, 3-4 года. Ты такой красивый. Спасибо. Мама моя спасибо. Родная. Ну и тебя, слава Богу. Мы уже забыли, как ты выглядишь, если честно. Те твои приятели, которые были на концерте. Да. Или то, что ты слышал после концерта. Как люди отзывались, долго ли помнили. Могу тебе сказать, что одно из сильнейших выступлений, которое я видел за последние десяток лет, здесь, да и не только. Ты себе не
не смертельно льсти? Помни ли долго из-за того, что ты все-таки сын Неси? А Неся – это уникальнейший человек в городе Винница. Да. Это и круче, я перед ней в долгу до конца жизни. Круче всех мэров и всех губернаторов. Лёва, нельзя так. Мама дала тебе жизнь. Мама дала тебе талант. Мама тебя вырастила. Да. Ну, а ты, как все сыновья, ведёшь себя плохо. Я не очень постарше, но где-то вот приблизительно, но могу пожурить. У тебя специфика твоей деятельности другая. Она мне дает возможность знать людей много. Родной мой, во-первых, знать разных людей. Во-вторых, ты не община. Ты деятельный, активный товарищ, который имеет какие-то... Ну, я не знаю, какие. Ну, может, одну гривню я тебе подарю, и это будет у тебя твой капитал. За початок мені потрібно 7 доброволець. Ну що з седьмою? Зволіте, брат. За аплауз первом праву. Ви троїця. Глядите мені в око. Ясно, так? Вас троїця, гляди мені в око. Ти покушавий, де гледиш мені в обидва ока. Все, що з вами чи дешавити, не дешавиться. Глядимо. Ноги заедно. Затворили очі. Добре. Опа, отворили очі. Не скрещити погляд. Опти. Легко. Величні опти. Ясно, так? Важне. Радімо. Puto dolazim kući, uvek s mamom nađemo neki trenutak, sednemo zajedno i gledamo slike. Naročito, ja volim ovu sliku maminu. I ovdje je napisano, Kac Nese Šulimovna, u 26 godin dobrovoljno odišla na front, znači u rat, oslobađala ovaj grad Vinicu, Hmeljnik i putovima rata došla do Berlina. Мама, расскажи, как ты шпиона поймала. Расскажи, как ты шпиона поймала. В 1939 году Гитлер с бандеровцами ворвались в Польшу, в Кракове. И нас призвали на фронт. Нас приняли в партию. И мы ехали в Киев как раз. Победа, освободили Киева, вот вспомним это, да. Не удаляя Киева, не доезжай. Началась стрельба. Целая семья бандеровцев. Начала старика, мать, отец, потому что их поймали и узнали, кто они такие. Обстреливали дорогу. В канаве сидел мальчик, но я не видно было.
потому что он стоял лицом к стенке и держал палку. И он держал эту палку и поворачивал то вправо, то влево, то влево, то вправо. А стрельба невыносима была. Да, прибежал этот солдат один, задом схватил у него эту палку, вырвал. А эти времени четыре солдата обошли яму. Ну, это там рыб. Вы знаете, когда забрали у него палку, прекратилась стрельба. Тишина! Ovdje je čuveni dom oficirov. Jedna od najboljih pozornic za umetnika estrade i pozorišta. Ovdje je računala za čast ljudi koji dolaze ovdje da odradjat na ovoj pozornici svoj koncert. Jednom, kad sam bil klinac i dao sebi reći, dođe vrijeme, ja ću doći ovdje i imat ću svoju predstavu ovdje, svoj koncert, solo koncert. Da moja mama bude ponosna tijem. Ranije, kad tu bil još Sovjetski savez, ova zgrada pripadala Crvenoj armiji. I na vrhu stojila Crvena zvezda. Ovdje bila zala za maskinbal, za decu, a ovdje već bil direktno koncert i ponekad pokazivali crtači, ruski igrani crtači. Nijednom ja ovdje nisam vidio Disneya, nijednom. Ovdje sve bilo kao патриотское место. И патриотские фильмы, и концерты, посвященные патриотизму, и все то. Я вот и дошел, да радим три концерта по одному концерту. Сваки дан, на три дана. Али мене замолили, да я останемся дуже. И продолжили еще на четыре дана, два концерта на дневно. Один был у один сад, а другий починялся у 7 сати 30 минут и траял 4 сата. Первый сат и по я причал о магии, давал людям паялицы, ритуалы, что было вырло необычно за такую позорницу, баш партийную, баш вот элитную, патриотскую. А другий дел был гипноз. To je bila 90. godina, ja već imal vrlo visoki položaj kao solo glumac i showman i jedna predstava koja je trajala 4 sata, za to je dobil $750 u rubljenom ekvivalentu. To je bila ogromna plata, ako računati što mjesečna plata inženjera bila 125-130 rublji. U 91. godu ja naišao na oglas što tražu se dobrovoljci u pomoć Srbiji Jugoslaviji i prijavio se i odišao. Kod nas ništa ne dešava tek tako. Razumeš? Došla informacija da li želiš da dođeš u Jugoslaviju. 91. god. Još ne počeo se rat. Mene pitaju da li ti želiš da dođeš u Jugoslaviju. Ja kažem želim. Kaže, dobro. Prvo, sa čim je upoznal se, to je Ministarstvo zdravlja. Oni došli tamo gde je trebalo da radim i spitali čim se vi bavite, kto ste vi, ja kažem, ot ja, znači, ljekar,
имам право да бавимся, значит, медицином и альтернативной медицином, целительством, включающий лечение гипнозом, плюс профессиональный парапсихолог с дипломом магистра белой магии, свято. И говорит, ну, добро, ваша магия, то, что хочете, то и радите, али ваша диплома као лекара код нас не важи. У Югославии тогдашней ажиотаж, значит, око магии, значит, всеобща, значит, и заинтересованность у магии у Югославии веча, него у Руси. Jer u Rusiji, bez obzira na zabranu i sve to, magija bila dosta svakodnevni pojem. Radilo se na crno, za neku sitnu lovu ili za klopu. Razumijete da ne izazivu suvišni interes strane milici ili drugih organa. A ovde, to je, kad ja rekao što magija postoji, to je počeo se ažiotaž. Я в парню ушел, это был 65-й год. Я когда приехал в Югославию, когда услышал, что ты из России, из Советского Союза, это сразу же накормят, напоят и деньги не возьмут. Очень любят из Советского Союза людей. Я когда уехал воевать, я уехал с московскими казаками, как военный врач. Нас уехало 548 человек, в живых осталось 6. За 3 месяца в этом входе жила Полина. Здесь жил Миша, а Мишенька жил чуть вниз, и вправо его папа был художник. У нас наверху мой папа поставил голубятню. И Леня Ястреб тоже здесь держал голубей. Нет, потому что я сплю в вашей комнатке. Мне она очень нравится. А мы там жили четверо. Маленькая в той комнате, 11 квадратов. Ну, слава Богу, конечно, слава Богу. Ну вот, и жалко, вот все... Все те, с кем я дружил, это практически были ребята с нашего двора. Понимаете, я сейчас практически в России, здесь, на Украине, у меня приятелей не осталось. Все, целую, обнимаю вас. Счастливо вам. Всего доброго. Всего хорошего, девочки. Всего хорошего. Удачи вам. Спасибо. Удачи. Удачи. Жизнь, заезжайте, заезжайте. Жизнь меньше вашей мамы. Спасибо, я передаю. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Великую отечество.
войну. Ну, Еві, хто б мог помислити? 22 години ми заєдно. І као да я тебе приключив, познав. Я помислим само, колко сам жала да проведем 22 години з тобою. І више. Другарица моя іша због тати njenog, kod neke ciganke, nešto. Nešto kod Požarevca. Da bi ikad pričala, Laviću. I onda sam ja išla sa njom, pošto je njoj bilo teško. I kao, ajde, kad sam već tu, ona meni da gleda nešto. Ne znam, gleda karte ili šta je gledala. I kaže ona meni, bit ću ja sa tobom. I ja kažem, aha, da. I ništa, slušam ja nju u redu, neka mi priča, srce mi lupa, ja želim najviše na svetu, ali ne mogu da verujem. I kaže ona meni, znam ja, ti meni ništa ne veruješ, ali bit ćeš ti sa njim. I onda kada smo ušli tamo u onaj salon kod, mislim da se Snežana zove, i kad sam ja tebe videla, ti si gledao nekoj ženi karte, ja sam te videla iz predsobe i počela sam da se tresem. To je interesantno bilo da pogledate. Sva sam drhtala. I onda sam morala da pobegnem u bočnu sobu. I tamo sam se vrtila po sobi i pevala i sva sam se tresla, nisam uopšte znala šta mi je, jedva sam čekala da sedim ispred tebe. I tada sam rekla istorijsku rečenicu, ovaj neka mi radi šta god hoće. Kad skažem, ispružili, podigli našu tačku i gledamo samo tamo. Sve što dešava, nek dešava se. Nikome drugomu ne interesantno što će dešavati s vašom rukom. Ona može izgubiti boju, promijeniti oblik, postati lakše ili teže. Ali kad vi skoncentrišete se dosta, vaše prsti počnu razilaziti su strane. Na oči kao da pada topla težina. Капки постают тяжкі, тело опущено, врат опущено, дубле і дубле. Серце радить добро, равно, дубле, дубле, дубле. Слышите само мой глас и не осечите ни страха, ни проблем. Спать. Дубле. Дубле. Облак сна заокружил вас. Нема проблем. Вы себя супер осечите. Седите и отмаритесь. Я первый путь просто видел, как человек убил, все видел. То и было как струя. Знаешь, как струя, которая подижется овако. Разумеешь? Осечешь, как движется коса на голове. И как мотор фильм. И как глядишь черно-белый, глухонемый на экрану. Не слышишь звука, ничего, само видишь. Разумеешь? Не кроз маглу, вот ясно, как бред в огледалу. Ти то все видиш, але у той тренуток ти не видиш нічого, що око тебе. Все, що тебе можуть у той тренуток оцецити главу, ти то просто не видиш, не констатуєш. Значить, ти окупіран от ової інформації. Розумієш, і після као гасі се, і звон в ушима, там нота, і після включення. Я істо, як видів, як почин сарат, я видів, я явив у ДБ. Разумеешь, телефоном явил, кажем, извиняемся, овде магистр белой магии Лав Гершман, извините, что это люк рано, с кем я разговариваю. Кажем, дежурный по, кажем, данас, первая бомба треба да падне на батайницу. Хвала господина Гершмана. И тишина.
moja žena na mene naljutila se, što ti radiš, ljudi sad pobesim, zamisli što će biti ako ne padne, ako ne, ništa neće biti, ja skažem, ja prekresim se, ako to neće biti. Ja prekresim se. 23. prileđe, 24. mart, prva bomba na Batajnicu, babah! Koliko ljudi, koliko života. Ja pričam o tome što ova zemlja ne može iskoristiti nas. Zbog to što nekome to ne treba, ne to što ne treba, nekomu dali naredbu da ova zemlja to ne radi. Jednom rekao, loš taj političar koji ne može iskoristiti bilo koju situaciju za obračun sa svojom opozicijom. Ubiti Miloševića sami oni ne mogli. Oni njega ubili tuđimi rukama. Skenjati Mladića ne mogli. Oni uradili tuđimi rukama. Kralj ne glumi kralje, kralj glumi okruženje. Ne možete sam boriti za zemlju kad drugi to sabotiraju. Prosto sabotiraju. Kod mene dolazilo puno borcev, vojnikov, koji odlazili na ratište. Ja njima rekao što treba da se pazi. U koji datum i u koji trenuci postoji da opasnost sa vazduha ili sa zemlji, od metka, od bombe, od noža, od svoga ili od tuđeg. Ja njima dodjeljivao molitve za vojnika. Nijedan od njih nije zaginuo. Od ovih vojnika bili iz Arkanovske jedinice, bili crveni beretki kod mene. Те, кто имал ову молитву и користил ее сваки дан, ни один не загинул, ни один не добил гриботину. Ни один, брате. Магия – это страшная сила, это да. Нужно быть до такой степени самоотверженным и не думать, что ее надо применить с той целью, чтобы обогатиться. Все шло в том же плане, имея такого брата, ты что, не можешь, чтобы тебе так, чтобы ты не сидела здесь на этой швейной фабрике. Я им начинаю объяснять, что это все нельзя так делать. Ты провожал меня на трамвай, ты шел с ассистентом в гостиницу, за тобой бежали. Расскажите, как я могу это, как... И меня еще что поразило, когда ты рассказывал, как уберечь дом. Нужно, если какие-то, нужно читать «Отче наш». Да, да, да. И тебя попросили с зала, продиктуйте. Да, это было смешно. Еврей должен диктовать православным. Вам не стыдно, что я, еврей, должен продиктовать вам православным веру, молитву «Отче наш». Не имеет значения, или это представители православной церкви. Или вот как у нас по домам ходят там свидетели Иеговы. Или различные вот секты. Хотя Бог один, каждый считает, что именно та секта, в которую он ходит, где они молятся, что они самые. Да. И даже при виде книжки о картах Таро убрать дьявол. Да. Все, больше разговоров никаких.
Но они категорически против. Но я говорю, вообще, представители церкви, вот они считают, что гадание вообще, и вроде бы в Библии даже такое есть, что... Я не знаю, я не буду утверждать. В Библии этого нет. По подобию Божьему создан человек. Тело же Господне, будто мягкий хлеб. Хлебушек из теста, тесто из муки. Закрывайся рано от моей руки. Под горою камень латырь стоит, под него студена реченька бежит, и с собой уносит боль твою и скорбь. Закрывайся рано, усмиряйся боль, хлебушек из теста, тесто из муки, закрывайся рано от моей руки. Спасибо. Церква, без обзира кої релігії вона припадає, вона собі взяла право на чудо. Молися, і Бог тобі допомогне. І як от хоче, ово тобі запис із Корана, вона тобі допомогне. Па що хоче, напише ту запис із Корана, ілі я напишем ту запис із Корана. Коя розліка? То є запис із Корана. За що я волю магію? То є наука, коя не има горизонта. Просто не има горизонта. Наука точна. 2 плюс 2 – 4. У току тренутку ти треба ставиш сліку фінала. Значить, що ти тражиш? Даєш комп'ютеру болісника програм, по кому он треба да раді. На єдної демісії ісо тражи, айде покажи що-небудь. Ну я взяв нож, розсекав собі перст перед глядовцями і перстом боялиця. І рана зарасла на молекулярному нівого, а жилька не осталася. Кровь кровица, красная девица. По полю гуляла, платок завязала, кровушку у Левушки уняла. Кровь кровица, красная девица, по полю гуляла, платок завязала, кровушку у Левушки уняла. А рана генерирует на молекулярном уровне. Нема нее жилька. То есть рана генерируется на молекулярном уровне, затворилась, нема ни одного трага, то есть на молекулярном уровне. Как ты издержала столько годин со мной? От то мене страшно за ним, яка відовняка. Я не знаю. Ні, ти не знаєш. Що є? Мене натерло, де будемо з тобою, скажімо, лаку. А ти яду приставайте. Так, а я каву приставайте. Твоя упорність. Ти мене узяла каву Суворов тверджаву, брати. Я з Телавичу тежко бил. Jao, Bože, kad se toga setim... Što ja sa tobom radim? Joj, šta si mi radio? Joj, Bože, šta si mi radio? A još to bilo pre toga kak mi legio u krevet. Kak počeo da radim. Pre toga kak ja počeo nešto s tobom da radim. Već svašta radim. Slušaj, ja sam shvatila da sam ja htjela sasvim drugačije muškarca. Ti nisi ništa što sam ja u životu zamišljala kao svoj muž. Stvarno, uopšte nisi. Nisi ništa od njega. I onda sam ja skapirala da sam ja imala ludu sreću da se meni dogodi nešto što nisam umjela da poželim. Mene kao pre svakoj emisiji, kao pre svakog koncerta, osjećam tremu. Sve drhti u meni. Od ruku do nogu. Sve unutra. Ali kad izađem na pozornicu, to sve završava se. Odmah. Мені страшно драго, що мене позвали ovde. Jer мені вже смучили всі місії, що це магія, з чим їдуть, як плюють і так далі. Я волю забавні емісії. Я волю, да се смієм. Да, як кажуть, заїбавам се мало. Розумієте? Заєдно з овим перстнем, овим крест і диплома, вони обележають мой статус у світу магії. Добре. Хорошо. 60% младих
не могу да провоцирам деца. Не могу. А има Срба по свету, а колико шлива по свету, а по сваку шливу стане 50 Срба, Америка нема што да ради на овом свету. Появили се монструми, кои као последица радиации, нуклеарног отпада, химикалија, овог свега монструми кои нападаат на животинј, на птицу, на луѓе. До тоа што призива луѓе на, како се филјаки кажат, на блудничење, док тоа што цето не признае то. Разумите? А то што ван земјаци дојдат, не веќе што, ја веќе их видел на додјата. Од мене долазили два момка са хрватска телевизија, централна, и на крај ни мене питали, а дали ви можете да знаете где е генерал Готовина? И мене цак, слика. Питали, а дали ви знаете где е генерал Младич? Я река, знам. А где? Я кажу, нече да кажу. Не за што? Я кажу, до тоа што я патриот овој земли. До тоа што ви сте из Хрватска, тоа е друга република. А я живим овде, я овој земли волим. И речи нече. Я никад не имал проблемы со церквом. Никад. И не имал проблемы со державом. Я имал проблему само со партией. Али пред изборима 70% посетилца код мене были су народни посланици. Были представники правящих партий, представници кабинетов с единым питанием, что ќе бити со нама, како ќе прочите избори. Нико не питал мене што ќе биде со земјо. У 2003-м почела схајка против Јдовњаков и така дали. Од тада они долазат са овими питањама. Дали ќе ја одите у Швенинген? Например. Баруха та Адана Елегейну Мелеха Алама Шерки Чану Беми Цветавець Івану Леглік Нершель Шабат Кодойш Умейн. Умейн. Шабат Шалом. Шабат Шалом. Mm-hmm.
se sjećaš. Ja ne plašim se zakona, jer ja zakon znam. Ja njega poštujem. Jedino što ja plašim se Boga i plašim se svojih kolega. Ako ja napravim neku glupost proti zakletvi koju ja položim kao bijeli mag, oni će mene kazniti. Zavisi od prekršaja. Znači, mogu meni izbrisati znanje na nedjelju, na mjesec, na godinu dan, mogu zauvek. Ja s njih zlo skidam. Na mene zlo pređiti ne može jer ja imam ovu zaštitu i imam zaštitnu amajliju koju mene štiti. Na njoj stoji bajarica. Ja ne pričam o vitovnjacima. Razumiješ, na njušu lovu stal, vot, meni boli glava, što da radim, otvorite frižider, postavite glavu u frižider i podignite nogu. Ovo meni boli noga, glava više ne boli. Ну, видиш, я вас излечу. Ми не смело да причемо о колегама лоше. Ну, колегама дали прави, колеги дали по знакови навода, то није битно. Човек на нишој лову, хто хоће да заради. То није феномен, то је чининица. Било која земља, која је у критичној, тешкој ситуацији, било која локална телевизија, брате, не си лазят. Не си лазят. Али ја разумем, то ради се намерно. Кад такви људи izlazit na televiziju i počinaju da pričaju o magiji, tu i dve koristi ima država. Prvo, oni zarađuju novac na telefonskih pozivov i nije mali novac, a drugi, ljudi vidjet ko je u svijetu magiji, znači to sve prevara i ne treba u to vjerovati, ajde ljudi malo misliti normalno. I kod nas, kod mene, kod drugih, oni dolazat kao do posljednje instancije. Razumite mene? Znači, pravnik ne može da dopomogne. Lekar ne može da dopomogne. Privatni detektiv ne može da dopomogne. Oni dolazat kod nas što da radim. Takvih koji vidja direktno. Trojica. Uključujući Crnu Goru. Trojica. Osim mene. Što походкой тихой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось? Какие вечера? Три года ты не снилась, а встретилась вчера. Godine, 12 godina kako je Biba umrla. 2001. Prvi put kad ja spitam tebe koliko sati, i ona pralajala nekoliko puta, ja pogledam na sata, mista količina sata. A naučio si je, Laviću, ti si imao trik sa njom.
Naučio si je da računa. Kako bila pametna kuca. Na ljubav jedna. Ali pazi, to nju tebi Bog dal. Ona nama pokazala kako ljudi treba da se voli i moguće zbog toga nama nije toliko draga. Jer meni ljubavi nikad nije bilo dosta. Nikad. I sad nije dosta. Boga mi, što više godin prolazi, to više tražiš. Razumeš? I to više ne kao dopinga, kao krv. Razumeš? Bez dopinga možno, bez krvi ne možno. А ты верила в то, что я делаю? Ты сомневалась, обман? Нет, я не сомневалась. Но просто одно дело, что вот рассказал, там, 5-й, 10-й, 20-й, 30-й, одно дело услышать. Но когда видишь это сам, ты сам в этом убеждаешься, ты сам начинаешь понимать. Видишь, я имел счастье работать с Мессингом. И то буквально несколько лет до его смерти. Когда он пришел, говорит, мне нужен ассистент. А я его в лицо не знал. И я говорю, вот я хотел с вами, что я должен делать? Он говорит, ничего, стирать носки и гладить рубашки. Он меня ничему не учил. Я сидел за завесой и за занавесами, смотрел, как он работает. Это была фантастика. Да. Он выходил, смотрел в зал, говорит, я Мессинг, начинаем работать. И три ряда спят, как трупы. Я не знаю, как он это делал. Тайко я надену. Слышишь меня важно, добро, и ради того, что я скажу. Очи затворены, я вам сам даю дозволу, да ради ты со мной заедно. Ако вы изоштрите свой слух, вы услышите, как высокого неба пева нека птичица. Птичица пада, 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 пада под ваших ног. Метальский шлем покрива главу и врат. Стежи него. За твой врат притварится в метальский дел оклопа. Получим кирасу. То есть на леджа и на груди. Тичма руки притискуются до тела. Тичма напружена. Метальский панталон. Стеглися мышечи ног. Саты сва притворилась, как метальский стук. Све, что дышава, дышава се, не бринь. Ставим као на мосту метальскую оваку подпорку. Сад на нём можешь да станешь. Но абсолютно ничто не осечем. Подиби. Поставим.
Це вісять на двірний пот. Добре. Подіблася. Бажень служить мені світ. Єдине. Включити машину. Вище. 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 Колено. Два. Вище. 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 Стомак. Вище. Вище. Плексус. Вище. Груді, серце, плуча. Три. Чотири. Грло. Вище. Зуби. Вище. Нос. Вище. Уши. Очі. Вище. Мозок. Вище. Горня чакра. П'ять. Глибоко вдихнули. І здихнули. Отворили очі. Пробудили все. Не твердим, что я все знам. Сигурен сам, что и у Сербии, и у других землях постоят люди, кои яче от мене. Само они не имали той сречи, да дойду до Венеции и положу заклетву и добью диплому магистра. Я нисам толико як. Постоят ствари, кои я не знам, кои я хочу да знам. И что мене наивыше боли, что я овде 22 години, і за 22 години я нічого не сам навчив. Нічого, брати. Я не навчився ні одну нову боялицю, ні один новий ритуал. Я то не сам навчив. Все, що радиться, далі тебе уздіжу, далі по тебе плюю, далі тебе не допоможу. Починаєш глядати у зрок, за що, далі си ти крив, ілі неко, ілі нещо. І увек не лазиш. Узрок, новце, чисто и элементарно, нажал. Отче наш, ежеси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на земле, так на небеси. Хлеб наш насущный дашь нам днесть, и остави нам долги наши, кожи мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави от лукавого. Ибо есть Царствие Твое, сила Твоя, воля Твоя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Харми меня ножи, кулак, кутки, обути, присутствуй, обути, светильник единица,